Я хорошо знаю, что еще с советских времен у отечественных кооператоров есть выражение. Наверное, вы этим и живете до сих пор. Существуют только две глобальные системы. Солнечная система и потребкооперация. В этой шутке, как и во многих других, только часть шутки. Все остальное правда. О том, что такое Белкопсоюз, действительно знает каждый белорус. Даже из молодого столичного поколения, если он хотя бы раз в жизни выезжал за пределы кольцевой дороги. Исторически на всем постсоветском пространстве только в Беларуси потребкооперация сохранена и участвует в формировании социальной инфраструктуры страны, занимая в ней уникальное место. Да, может быть случайно, может быть потому, что я хорошо знал, что такое потребкооперация, в свое время работая в парламенте, практически в одиночку, мне удалось вас защитить и спасти. Поэтому я и имею право не только как президент, но и как человек, в прошлом депутат, с вас и спросить за работу. Сложно назвать сферу, как уже здесь отмечалось, где бы вы не были представлены. Охватываете услугами треть населения, даете работу 70 тысячам пайщиков. Да, кардинально поменялись условия работы. Прежде всего, финансово-экономические. Но потребкооперация осталась верна своей главной цели – работать во благо людей. Такие люди честные, добросовестные, проверенные десятилетиями, нам нужны. И мы будем их всегда поддерживать. Вы сейчас, может быть, вообще единственный успешный пример модного, как сейчас принято говорить, государственно-частного партнерства. Когда за этими словами стоят не болтовня и пустые прожекты с желанием побыстрее урвать прибыль, предпочтительно из бюджета, а результат и реальная работа, причем не в самых комфортных и тепличных условиях. Благодаря вам есть уверенность, что ни один человек даже в самой глухой деревеньке не останется без внимания. И вы ни в коем случае не должны потерять свой уровень и статус. Исходя из вашей же идеологии, направленной на благо человека, и должна выстраиваться вся бизнес-модель. Думаю, новый председатель правления, которого избрали сегодня, это понимает. В своих выступлениях вы говорили как об успехах, так и о проблемах. Хорошо, что вы понимаете современные реалии и готовы меняться к лучшему. Сегодня следует безотлагательно решать самые насущные вопросы, многие из которых, увы, стали системными. Попробую их назвать. Первое. Торговля и общественное питание. С торговли, по сути, началась история белорусской кооперации, когда вы стали распределять продукты по карточкам согласно установленным нормам и ценам. Да и сейчас торговля, как здесь говорили выступающие, главное в вашей деятельности. Это сегодня основная отрасль Белкопсоюза, которая занимает почти 20% всего товарооборота на селе. Именно вы обслуживаете малонаселенные деревеньки, где меньше 10 жителей. Таких точек на карте Беларуси около 5000. И для стариков, которые там живут, ваши магазины, автолавки, заготовительные пункты – это уже центр общественно-политической жизни. А вы – главные идеологи и пропагандисты. Поэтому тенденция на уменьшение числа торговых объектов, особенно в сельской местности, должна быть тщательно проанализирована. К примеру, в 2020 году, по сравнению с предыдущим 2019 годом, количество магазинов сократилось почти на 300 единиц или на 5%, а передвижных средств, как у вас называют, развозной, разносной торговли на 2%. На одном из последних совещаний с правительством возникла дискуссия о правильности укрупнения или оптимизации на селе ряда объектов, отделений почты, банков, организации связи. Еще раз повторю свою позицию. Жизнь не стоит на месте.
Приходят новые технологии. У нас непростая ситуация с бюджетом, когда надо считать, экономить каждую копейку. Это в любой стране так. Поэтому главное, все услуги должны быть доступны сельскому жителю в тех же объемах, что и в городе. И их качество должно постоянно расти. А что делать с занятостью высвобождаемых банковских или почтовых работников? Это прямая обязанность председателей райисполкома, которые не всегда хотят заниматься этим делом. Такой же подход качества превыше всего должен быть и на ваших объектах. Если вы не будете держать уровень сервиса, заниматься реконструкцией, обновлением магазинов и кафе, они не выживут. Современный уровень торговли очень высок. Белорусы за последние годы привыкли, по сути, к европейскому качеству услуг. И если вы хотите поддерживать достойный уровень и в малых населенных пунктах, агрогородках, то ассортимент и обслуживание там не должны отличаться от столичных. Слушайте, пожалуйста, отзывы простых людей. Может, отчасти по старинке, а может, и с долей правды потребители отмечают определенную закостенелость нашей потребкооперации. Моральный и физический износ многих торговых объектов, неоптимальное использование площадей, слабое внедрение новых технологий, конечно, есть хорошие примеры, о чем вы сегодня докладывали. Но стало ли это системой? Вот в чем вопрос. Вы вот развернули здесь выставку хорошую. Я ее видел не один раз по частям, в элементах. Ваш предыдущий председатель часто пользовался случаем, чтобы показать это. Я всегда радуюсь тому, что вы хотите показать. Но я из этого делаю один вывод. Вы умеете делать все. Здесь очень правильно был поднят вопрос по лизингу на оборудование. Это надо сделать. Членам правительства, которые здесь присутствуют, вам прямое поручение. И не потому, что я хочу понравиться присутствующим, нет. Потому что это мизерные деньги. Это же мелочь, мелкое оборудование. Но это оборудование не из-за границы вы повезете. Вы должны его заказать здесь. И только мельчайшие элементы, которые мы не сможем произвести здесь очень быстро, мы централизованно, то есть вы со всей долей ответственностью закупите. Поэтому лизингу быть. И вот я видел это оборудование на хлебопекарне в Свислочи. Маленечкое производство. И этим малым производством надо дать полную самостоятельность и дорогу. При этом хочу еще раз сказать вам, если вам Иванов в свое время не доложил, если вы придете в любую точку Беларуси, в том числе город-герой Минск, и скажете, что вот здесь должна быть маленькая ваша хлебопекарня, как в Свислочи, под лизинг возьмете оборудование и там построите. Если вы скажете, что там смаженка должна быть еще где-то здесь, ну, чтобы приспособлено было красиво в Минске, мы обязательно вам выделим эти места, и не только выделим, мы поможем вам создать эти точки для того, чтобы вы серьезно могли конкурировать с бюргерами, которые тут родились в Минске. Ну, я, президент, наверное, уже попробовал в разных частях мира за свою жизнь все. Но когда я побывал в Свислочи, прекрасней хлеба нет. Только вы мне его больше не присылайте корзинами. Это после моей поездки присылают мне корзину. Конечно, я угостил там людей, которые работают рядом со мной, простых людей. Были очень рады и удивлены, что у нас еще в Беларуси это производят. То есть вы умеете это делать. И я часто рассказываю, знаете, раньше, в то далекое детство, как люди питались. Вот постарше люди помнят. Помню, память врезалась. Этот хлеб сахара насыпешь, водой побрызгаешь, чтобы не рассыпался. Начинаешь есть, собака подошла, схватила этот кусок хлеба. Упал в пыль, в грязь, поднял, съел. И это было. И мы питались очень просто. Хорошая была здоровая пища. Но она не выглядела, может быть, так внешне, как на Западе. И наши люди, когда развалился Советский Союз, бросились на эту пищу.
Это тоже естественно, я это нормально воспринимаю. Попробовали. И пойдите в любой ресторан. Ну там же такое наворотят, что трудно представить. Это произведение искусства. А люди хотят смаженки. А люди хотят обыкновенных драников. То есть настал новый период в жизни, и всегда это маятник. Туда качнулся, потом сюда. И вот этот момент, и вы не должны его потерять. Поэтому я еще раз призываю вас, определитесь. Иванов это не выполнил до конца, хотя он первый поставил передо мной проблему. Разрешите нам в Минске и как другим строить магазины Белкомсоюза, покупать их и торговать там. Валерий Николаевич, вам разрешили. И я часто проезжаю, вот тут на Центральном проспекте вижу эти магазины. Присаживайтесь. Но почему вы дальше не пошли? Доходят просьбы частных лиц, маленьких обычных людей, семей. Разрешите нам открыть точку, вот дословно говорю, из одного обращения, на железнодорожном вокзале. Я говорю, какую точку? Мы там будем выпекать пончики. Ну, есть передвижное современное, к сожалению, импортное, может, уже и наше оборудование. Мы будем там выпекать эти булочки, и люди с удовольствием покупают. А вы почему? Займитесь этим вопросом. Не ходите вы за дешевыми кредитами, еще там что-то просить. Это мы поможем вам всегда, если мы будем видеть, что вы сами упираетесь, а не сидите на тех идеях, которые были свойственны прошлому периоду, Советскому Союзу. Времена поменялись. Ну и потом, я же вам сказал, что эти все смаженки, драники и прочее, там огурцы, сало Иванов меня когда-то на этих выставках угощал. Никто лучше не умеет делать. Ну так вы делайте это. И у вас купят в Минске и богатые люди, и купят с удовольствием. Где покупают дипломаты и люди, которые к нам приезжают, продукты питания? Вы думаете, в магазин бегут? Они бегут на рынок, чтобы с рук у человека и у фермера купить эти продукты. Люди соскучились по натуральному. Так вы этим воспользуетесь. И если вы будете шевелиться, то за мной не заржавеет. Я всегда подставить смогу плечо. Пока же показатели развития торговли общественного питания Союза складываются ниже среднереспубликанского уровня. Прирост розничного товарооборота потребкооперации за истекший 2020 год составил 95,3%. В целом по республике 102,1% розничный товарооборот. Вы отстали на 7 пунктов. Это очень много. Конкуренты не стоят на месте, при этом преобладание продовольственных товаров в структуре розничного товарооборота также остается проблемой. В прошлый раз я поручал довести долю непродовольственной продукции хотя бы до 20%. Не выполнено. Вы просто болтаетесь на уровне 10-12%. Новому руководителю поручаю изучить причины такого положения дел, и нужно переломить эту негативную тенденцию. Привлекайте покупателя более широким ассортиментом и конкурентной ценой. Вы торгуете на 90% белорусскими товарами. Все наши производители этих товаров известны. Объединяйтесь с ними и проводите акции распродажи, как на ежегодных сезонных ярмарках в сентябре-октябре. Эту традицию мы недавно возродили, и население прекрасно восприняло. Если в этом вам нужна будет помощь, мы подтолкнем ваших партнеров. Не менее остро стоит задача повышения качества обслуживания. Индикатором проблем служит постепенная утрата позиций на внутреннем потребительском рынке. В розничном товарообороте ваш удельный вес за последние 5 лет, с 16 по 20 год, упал почти в 2 раза, с 7 до 39%. В этом году такая же негативная тенденция сохраняется. Я не сравниваю вас с крупными сетями в Минске, ведь привезти товар сразу в один торговый объект и снять прибыль несложно, а вот доехать до каждой отдаленной деревеньки не каждый сможет.
Но и здесь есть решение. Посмотрите, как за последние несколько лет развилась интернет и электронная торговля. За последний год, по данным Белстата, продано товаров через эту систему на 1 100 000 000 долларов. Этот сегмент рынка растет в среднем на 20%. Знаю, о чем вы подумали. Ну, это же интернет, старушки там и так далее. Но есть дети, которые могут заказать человеку. И вы по этому заказу сможете осуществить поставку. Ладно, начните это. Начните не в ущерб себе и посмотрите. И для меня будет важно, как для экономиста, который привык верить конкретным фактам. Посмотрим, что получится в результате, так сказать, вашего этого эксперимента в Белкопсоюзе. Не буду долго говорить об этом, но вы должны знать, что у нас интернетом пользуется почти 8 миллионов человек. Ну а если вы будете работать в Минске, то вы точно будете конкурировать. Вскользь я уже говорил и о качестве обслуживания. Абсолютно неприемлемы факты безответственности и халатности работников. Даже из глубинки мне поступают соответствующие жалобы. И только не говорите мне, что это неправда. Я жил там, где вы многие сейчас работаете, в глубинке. Имел с этим дело. И еще в те жесткие плановые времена этих недостатков была куча. Ну а сейчас же свобода. Все можно. Об аналогичных нарушениях докладывает и Комитет государственного контроля. Самое массовое из них – это продажа товаров с истекшим сроком годности. Подвергать опасности здоровья людей, пользуясь тем, что пойти за покупками им больше некуда – это, извините, преступление. Каждый населенный пункт, в котором нет стационарного магазина, должен обслуживаться автолавкой. Мы же договаривались, их должно быть не менее 1000. С соблюдением всех санитарных и других требований. Ассортимент как продовольственных, так и непродовольственных товаров должен быть соответствующим. Факты, о которых мне также докладывает Комитет госконтроля, должны быть исключены. И главные цены. Внутриведомственный контроль за ними будет подкрепляться мониторингом Комитета государственного контроля и профсоюзами. В ближайшее время мы это направление будем усиливать, потому что объективно бешеный рост цен в мире подорожало продовольствие очень сильно, скоро в 2 раза мы получим рост цен на продовольствие в мире. Подорожали металлы, вы видите, природный газ, нефть, все. Все подскочило в цене. Во время пандемии локдаунами пытались защититься многие ведущие государства мира. Закрылись, просто не работали. А люди-то жили. Им нужно было как-то жить. Проблему решили просто. Взяли и напечатали кучу денег. Сейчас мы чувствуем инфляционное давление. Это же естественно. Огромное количество денег. Мы чувствуем инфляцию. Вот она и приходит к нам оттуда. А многие, и прежде всего в торговле, да и производители, они пользуются вот под шумок этот, и не только под шумок, этим процессом, ростом цен объективным, начинают субъективно подстраиваться и еще большим процентом поднимать цены. Конечно, мы должны это видеть и в этой дикой рыночной вакханалии найти какой-то свой путь для того, чтобы сдержать цены. Поэтому мною поручено, прежде всего, профсоюзам, Комитету госконтроля, соответствующим подразделениям правительства и депутатам обратить серьезное внимание, изучать цены и принимать конкретные решения. Надо пережить этот момент и не дать возможности тем, кто привык на ценах, на их росте наживаться, не дать им возможности это сделать. В противном случае придем уже к действительной революции. Люди этого не выдержат. Поэтому мы уделяем серьезное внимание сегодня контролю за ценообразованием. Недавно подписан новый указ, необоснованный рост цен, особенно на социально значимые товары, недопустим, в этом его суть.
Это остается моим жестким требованием. Ни один человек не должен переплачивать за чью-то бесхозяйственность или желание набить карман. За факты, когда цены на продовольственные товары искусственно завышаются, виновных следует наказывать рублем. И от нового председателя требую навести в основной сфере системы Белкопсоюза образцовый порядок. За это отвечать будете лично. Второй, на мой взгляд, ключевой функцией потребкооперации, которую вряд ли можно заменить, является заготовительная деятельность. Вы приобрели у населения продукцию в 2020 году аж на 205 миллионов рублей. В текущем году уже на 230 миллионов. Поэтому для Белкопсоюза правильная организация закупочной деятельности вашей фишки, как модно сегодня говорить, это, по сути, вопрос выживаемости в борьбе с импортом и внутренними конкурентами. Конечно, я часто говорю, что эти доходы наших сельчан – определенная занятость на селе, однако, в первую очередь, это ваше спасение. Не найдете экономии на сырье, не сбережете копейку за счет грамотных закупок, никогда не получите положительные прибыли в переработке, а потом и на торговой полке. Будете сидеть в убытках, стенать и идти опять за господдержкой. Вы прекрасно при этом должны понимать, что лишних денег в стране нет. Нам надо и врачам помочь. За 2 года на борьбу с ковидом только из бюджета потратили 2 миллиарда рублей практически. И то ли еще будет. Вы видите подъем заболеваемости. Во всем мире просто произошла вспышка. И вы не представляете, сколько это стоит усилий и денег для того, чтобы спасать людей. Сегодня речь идет о том, чтобы оградить от болезни, защитить людей, спасти людей. Надо и детей поддержать, и стариков, и дороги надо строить и так далее. Помогать вам, когда у людей яблоки гниют, а не помидоры, огурцы порой в канаву выбрасывают, не знают, куда ту же самую клубнику девать, так как никто не берет. Такие факты были в прессе. В прошлом году я лично вашего председателя Белкопсоюза посылал в конкретные точки для того, чтобы помочь людям. Заставить работать всех – это задача управленцев, в том числе и моя. Больше Белкопсоюз не должен по своим показателям быть в хвосте, плестись в хвосте. И правительство с облсполкомами спокойно на такое положение дел смотреть не должно. Повторяю, правительство и облсполкомы, вы вообще отстранились от этой проблемы, по большому счету. Поймите, наконец, что в условиях санкций надо драться за любую возможность заработать. А здесь просто золото, можно сказать, под ногами валяется. Только надо снять белые перчатки и поднять его. Посмотрите, насколько в этом плане в последние годы лучше работают частники, фермеры, даже ремесленники и самозанятые, те, кто умнее, давно поняли перспективы этого рынка. Мир сегодня просто повернут, в хорошем смысле слова, на экологически чистой, органической продукции. Это выгодный бизнес. И еще одна ваша фишка. Почему не раскручиваете данную тему, закупая у населения самый лучший товар, в котором нет ни консервантов, ни заменителей, ни красителей, а есть только живые витамины? Поэтому прошу вас, прекратите прикрываться заготовительной деятельностью только как социальной функцией. Не она главная. Это прежде всего резерв для укрепления вашего финансового состояния, о котором еще остановлюсь, и даже экспортный потенциал. Об этом не надо забывать. Валерий Николаевич всегда хвастался, докладывая мне как достижение 50 миллионов долларов ежегодного экспорта Белкопсоюза. 50 миллионов. Якобы до 20% продуктов заготовки в дальнейшем продают за валюту. Наверное, для вашей системы, где вообще раньше экспортом не занимались, это положительный факт, это успех. Только не забывайте, что все познается в сравнении, что общестрановой сельхозэкспорт в этом году составит 6 миллиардов долларов. Так что вы даже до 1% в этом объеме не дотягиваете своими 50. Вот и подумайте, есть вам куда стремиться или нет. При этом вы почти не экспортируете готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью, а основным рынком остаются регионы России.
Почти нет торговли со странами СНГ, мизерный экспорт в Китай. А контейнеры туда идут. Вы бы могли пару-тройку контейнеров в каждом поезде загружать. Это был бы хороший валютный доход. К сожалению, вынужден сделать вывод, что понимание таких простых вещей, вообще остроты момента, в котором живет страна, есть не у всех работников на местах. И критика в адрес Белкопсоюза в средствах массовой информации за неповоротливость, обыяковость, наплевательское отношение к людям зачастую объективна, давайте это признаем. Например, как мне докладывает тот же комитет госконтроля, выявлены факты отсутствия элементарной информации для граждан о возможности вывоза собранной продукции с личного подворья. Отдельные приемозаготовительные пункты и вовсе часто закрыты по непонятным причинам. В итоге обиженные таким отношением люди пишут жалобы во все инстанции, а товар гниет и пропадает. Вы, наконец-то, должны понять, что вы в том числе лицо власти там, и это об этом кто-то говорил на местах. Вы лицо власти. По вашей работе сельские жители дают оценку президенту. Неужели не ясно, что массовый сезон ягод, грибов, яблок в вашей точке должны быть доступны круглые сутки? У всех есть телефоны мобильные, и не так сложно организовать, чтобы ваших заготовителей люди знали лучше, чем председатели районов. Пусть они будут постоянно на связи и оказывают нормальные услуги. Налаживайте честное сотрудничество с каждым фермером, каждым владельцем личного подсобного хозяйства. Идите к ним. Еще до начала весенних полевых работ следует проработать возможные направления. Почему это не стало нормой и системой для всей страны? Закупки у населения остаются на жестком контроле, и задача нового руководства – эффективно организовать этот процесс. Третье. Стабилизационные фонды. Вопрос обеспечения сохранности заложенных картофеля, овощей, фруктов также требует внимания. Реализация закупленной ранее продукции не только насыщает рынок, но и регулирует цены в межсезонье. Сегодня у вас около 130 современных хранилищ. Однако реконструкцию, модернизацию всех объектов для закладки картофеля, плодовощной продукции надо продолжать. Цены на продовольствие растут и будут расти после пандемии. Я уже об этом говорил. Мы немало вложили в село. Население нас просто не поймет, если будут вынуждены покупать импортные продукты по мировым ценам. Четвертое. Переработка. Как я говорил, потребкооперация занимает уникальное место в структуре торговли страны. И ваша плотная связь с селом, его традициями и историей – конкурентное преимущество. Есть неплохая динамика. В глубине переработки уже до 65% закупаемого сырья перерабатывается на ваших же предприятиях. Но сколько раз мне пришлось убеждать вас в правильности данной стратегии – как со льном, деревообработкой, кожей и так далее. Конечно, сырьем торговать и барыши по карманам рассовывать было проще, чем и занимались некоторые ваши бывшие руководители. В целом, по стране резервы переработки огромные. По плодовощным консервам доля белорусского товара на рынке чуть более 50%, половина. По сокам, маринованным овощам 60%, по детскому питанию 85%. И это ваши ниши. Занимайте их. Мы вас будем поддерживать в этом плане. Идите, отвоевывайте этот рынок. Зачем мы импортируем столько кетчупов, солянок, фасолевых, грибных консервов, кукурузы, горошка и так далее? Мы же это все можем в Беларуси делать. Вы хвастаете, что возрождаете народные промыслы, марки, создаются современные торговые знаки. А где результат? Ваша задача – выйти к 2025 году на 90% переработки в собственной системе закупок. Если надо, кооперируйте с областями и Белгоспищепромом, которые за 15 лет из 64 заводов по переработке овощей уже половину загубили. Осталось 31 предприятие. А правительство почему-то на все это смотрит сквозь пальцы. Давайте сделаем работу над ошибками. В нашей стране есть отдельное малое производство продуктов по классической домашней технологии, но их единицы. Считаю, что на государственном уровне никто, кроме
Белкопсоюза этого не сделает. И вы это демонстрируете, что вы умеете это делать. Распространите на всю страну. И если вам в этом нужна будет поддержка, даже материальная, не только организационная, мы вам ее окажем. Сало, колбаса, вяленое мясо, соленые маринованные овощи, моченые яблоки, дикорастущие грибы, ягоды – это то, что сейчас является и должно остаться в вашей визитной карточке. Речь не о том, чтобы заместить объемы производства и конкурировать с крупными мясокомбинатами, предприятиями хлебпрома и пищепрома. Нет. Я же сказал, у вас своя ниша. У каждого свой потребитель. Кто-то покупает продукты массового производства, кто-то ищет тот самый эксклюзив. Производя его, вы в определенной мере сохраняете белорусские традиции и рецепты, которые совершенствовались веками. Поверьте, люди это оценят. Я уже вам об этом говорил. Кооперативная промышленность – это серьезный резерв. Наращивание внутренней экономики и получение дополнительной прибыли. Тем более у вас есть собственные магазины. Но давайте будем честны, среди выпускаемой вам продукции не все идет на расхват, есть и откровенно слабые позиции. По-прежнему остается невысоким спрос на плодовые консервы. На 1 сентября нынешнего года их запасы на складах эквиваленты уже почти 5 среднемесячным объемам производства. И что вы делаете в такой ситуации? На 22% увеличиваете объемы производства, вместо того, чтобы изменить рецептуру, ассортимент, но распродать, в конце концов, то, что есть. Странное решение. Летом при посещении пекарни в Свислоче, о которой здесь говорили, я специально спрашивал о спросе на продукцию. Ответ директора: с руками, ногами отрывают, а сейчас еще больше. Я рад, что это маленький этот коллектив делает такую продукцию. Но когда вы начали говорить о модернизации, мне уже предоблсполкома доложил, что Александр Георгиевич, все разрушим и построим новое. Я говорю, я боюсь, что когда ты построишь новое и завезешь туда новое оборудование, плетенки такой не будет. Понимаете, все в человеческих руках. И вот в той жарище, куда вы меня затащили, там вообще обомлеть можно было. Я не знаю, как вы там. И не худенькие женщины, молодцы. Думаю, как они выдерживают там в этой жаре все? А вот золотые руки, понимаете? И та технология, которая там есть. Пятое. Оптовая деятельность. Для потреб кооперации остается важной задачей создание единой системы оптовых закупок. Именно в этом звене может теряться от 5 до 10% добавленной стоимости. Вы знаете мое отношение к необоснованным посредникам. На базе оптово-логистического центра такая система в первом приближении вроде бы создана. Этот центр должен выступать единым оператором для работы с отечественными производителями. Тем не менее, работа до сих пор не закончена. Как мне докладывают поставщики, применяют совершенно разные подходы к представлению скидок для организаций потребительской кооперации и представителей крупных сетей. Следовательно, и цены для потребителя сильно разнятся. Предупреждаю, это игра с огнем. Министр торговли и вице-премьер, присутствующие здесь, вас хоть люди знают? Ну покажите, чего вы, симпатичные мужики, повернитесь. В торговле самые красивые девчонки, пусть они на вас посмотрят. Присаживайтесь. Вы, пожалуйста, обратите на это внимание. Вот здесь им надо помочь. Смотрите, как ведут себя торговые сети. Они буквально диктуют поставщикам свои услуги под любым предлогом, руки им выкручивают по ценовым параметрам. А вы? Мало того, что каждая структура является отдельным покупателем, так еще и конкурируете между собой. Объединитесь и помните, что Белкопсоюз тоже крупнейшая, самая крупная торговая сеть в стране. От разговоров и планов необходимо переходить к реальным действиям. Срок на завершение проекта – 1 год. Больше к этой теме я возвращаться не буду. И попрошу комитет госконтроля, Василий Николаевич, возьмите это на железобетонный контроль. Отдельным шестым направлением, на котором хочу остановиться, будет эффективность работы звероводческой отрасли. На долю звероферм Белкопсоюза приходится более 90% от республиканского производства.
Последние годы сделано немало в этой сфере, вложены ресурсы, и несмотря на специфику рынка, есть какой-то результат. Какой-то. Валерий Николаевич Иванов в силу своей аграрной направленности уделял звероводству повышенное внимание. Ну, это видно по огурбаш. Ты хоть эти шубы с нее снял, вернул? В прошлом году, с учетом пандемии, мировой пушной и меховой рынок оказался в очередном кризисе. Помните, в Дании, не только Дании, на фоне ковидной истерии загубили 10 миллионов норок из 17. Потом говорят, ошиблись. Почему не заняли рынок? Золотое дно. Потом на рынок разбалансировали в результате таких идиотских решений политику. Поэтому, согласно моему распоряжению, под гарантией правительства вам были выделены кредитные ресурсы для оздоровления звероводческих хозяйств. По сути, просто для их сохранения в условиях полной остановки продаж продукции. В дальнейшем работа должна быть организована так, чтобы эта сфера больше не просила бюджетных денег, а приносила стабильный доход. Это будет особое внимание и особый контроль к этому. Думаю, новый руководитель понимает, что без жесткой технологической производственной дисциплины ничего не получится. Далее, экономическое состояние и финансы, как итог. Системно переломить тенденцию ухудшения экономических показателей вам не удалось. Да, последние пару лет в целом обеспечивается рентабельная работа. Но это почти нулевой уровень. Рентабельность в первом полугодии как 2020, так и этого года 0,5%. Но точнее, наверное, 0,6%. Никакого финансового запаса прочности в отрасли нет. А без него невозможны нормальные инвестиции в новые направления. Как вы собираетесь развиваться и выполнять свои планы? По сути, сейчас вы занимаетесь простым производством, а проще говоря, текущим проеданием, что не может не настораживать. Кроме того, как мне докладывают, ряд организаций находится в различных стадиях экономической несостоятельности, а не банкроты. По итогам первого полугодия текущего года убыточны почти 20% ваших предприятий. Их количество выросло за год с 11 до 23, а сумма чистого убытка увеличилась в 3 раза до 15 миллионов рублей. Белкопсоюз – основной должник по расчетам за потребительские товары в республике. При этом знаете, что меня удивляет при анализе ваших долгов? Вот цифры. Ваша задолженность перед сельчанами и другими поставщиками товаров, услуг составляет почти 500 миллионов рублей. Из них просроченная 109 миллионов или 24%, четверть. Просрочка по налогам в бюджет 10%, 3 миллиона. Зато просроченная задолженность перед банками при общей сумме 337 миллионов рублей составляет всего 2,5 миллиона рублей, 0,5%. Какой можно сделать вывод из этого финансового бардака? Очень простой. Больше всего ваши начальники и вы боитесь банкиров, которые, если вы с ними не расплатитесь, завтра не дадут кредит или пугают, что не дадут. Поэтому вы и гоните всю свою прибыль, в первую очередь на долги перед банками, да еще и гасите, как вы тут говорили, неслабые проценты. При этом в грош не ставите ни бюджет, хотя во всех странах бюджет и налоги святое, но это я с правительства спрошу, ни своих поставщиков, которые к тому же наверняка посадили вы на невыгодные условия с огромными отсрочками от оплаты. Но свои обязательства не выполняете. А жалуетесь, что кто-то там чермет у вас забрал, не оплатил его вовремя. Так вы же сами показываете пример. Хороши и банки. Видят, непростая ситуация в отрасли. Но надо войти в положение. Надо руководителям соответствующих подразделений Белкопсоюза вместе с банкирами, собраться в четырех стенах. А правительство там или комитет госконтроля на ключ их там закрыть, пока не договорятся. Но банкиры должны сделать шаг в сторону сельчан, а не своей прибыли. Нет же, свое. Урвали и наплевать на бюджет, все остальное.
С таким подходом пора заканчивать. Даю новому руководству максимум квартал разобраться, навести порядок в финансовых потоках. Не будут банкиры и прочие идти навстречу, зовите Герасимова, председателя комитета госконтроля. Жду с докладом по итогам года. Надо прекратить игру с бюджетом и перечислением туда налогов. Бюджет святое, надо рассчитываться. Не будете рассчитываться с бюджетом и платить налоги, не приходите с просьбами по финансированию и поддержке. По убыточным организациям тоже не затягивайте. С руководителями этих 23 организаций вникните в проблемы, ставьте задачу через 3-4 месяца бизнес-план на стол. Не может, не способен, принимайте кадровое решение. У нас в стране экономика в целом растет, показатели неплохие. И только в Белкопсоюзе за год самый большой рост числа убыточных организаций – 2,5 раза. По сути, чрезвычайное положение. Жаль, что правительство и облисполкомы этого не видят. Причины на поверхности. О них уже сегодня сказано. Отрасль почти не занимается экспортом, где сегодня основные доходы на затраты. Не смотрят. Проценты бешеные, тем не менее никто не борется за снижение, платим. Поэтому такой результат. Есть и другие статьи бешеных затрат и роста себестоимости. В каждом исполкоме, облисполкоме, с вице-премьером Субботиным, новым руководителем Белкопсоюза, лично посмотреть бизнес-планы этих 23 организаций. А председатель комитета госконтроля по итогам года доложит, как выполнено. Как результат плачевного состояния финансов, нечем хвалиться в вопросе заработной платы. А ведь суть всей работы – сколько ты можешь заплатить простому человеку. Отсюда и качество кадров, и мотивация. Долгов по зарплате нет, как здесь докладывали, но слабое утешение. Среднее за 8 месяцев – 761 рубль, ровно половина от среднереспубликанского уровня. Непонятно, каких работников вы собираетесь привлечь в отрасль за такие доходы. В заключение хочу сказать, что мы не решим ни одной проблемы, которую я обозначил, без нормальной работы с органами власти. Белкопсоюз – это не это вот сети огромные жулья, которые понастроили в Минске и прочее. Это огромная нагрузка, действительно социальная нагрузка. Потребкооперация представлена в каждом регионе страны. Пока облсполкомы, Минский горосполком, председатели районов не перестанут отмахиваться от этих вопросов, ничего не сдвинется с места. Политику мифического рынка, медленного умирания, стагнации и наблюдения со стороны, мол, это не мое, следует прекратить. Местная власть должна быть не просто в курсе ваших проблем. Бежать впереди паровоза и оказывать всестороннее содействие всем позитивным начинаниям, идеям и руководить, направлять, заставлять, если кто-то не хочет. Эффективная работа организации кооперации в регионах – задача номер один. Надо изучить этот гродненский опыт, о котором много говорят, но понимать, что Гродно есть Гродно, Брест есть Брест. Там свой хороший есть опыт. У каждого есть свои возможности и направления. Встряхнитесь, наконец. Уважаемые друзья, мной затронуты лишь системные вопросы, которые требуют безотлагательного решения. Причем я их адресую не только новому председателю Белкопсоюза. В равной степени это касается правительства, облсполкому, райисполкому, горисполкому и других ведомств. Если в этом плане вам нужна поддержка, не церемоньтесь. Приходите и требуйте от всех, кого я перечислил. Не будет реакции, позвоните Иванову. Он над. И доложит напрямую президенту. Будет возможность, когда я в регионах, подходите и говорите мне лично. Почему я так жестко ставлю вопрос? Потому что расхолодились. Революцию выиграли. Сейчас будем ходить, отдыхать. Да нет, дорогие мои. Нас будут шатать очень долго, пока не поставят на колени. Но я не собираюсь на колени вставать. Если вы хотите, вставайте, но без меня. Мы уже свое на коленях отстояли. Сейчас надо этот клочок земли отстоять, как я часто говорю, для наших детей, для внуков.
Им деваться некуда. Не думайте, что они, когда поляки займут Беларусь, как они хотят, все будут начальниками здесь. Попадете под плетку, да еще какую. Я это знаю. И если мы в экономике, в этой сфере деятельности Белкопсоюза выдержим, никакие санкции, никакие поляки, американцы нам не страшны. У нас есть, чем им ответить. Но самое опасное – это экономика. А в экономике сегодня вообще в стране исполнительская дисциплина. Ну вы мой характер знаете за четверть века работы совместной. За мной не заржавеет, и полномочий у меня достаточно, пока еще новую конституцию не приняли, пока я еще президент. Поэтому надо начинать шевелиться. И все зависит от нас, от руководителей. Мы все в одной лодке. И если она раскачается или, не дай бог, перевернется, спрятаться ни у кого не получится. Ответить вся вертикаль власти по-другому быть не может. Надеюсь, что вновь избранный председатель правления с учетом выработанных сегодня решений сразу, без раскачки, включится в работу. Помните, Белкопсоюз был создан людьми и для людей. Ваша система имеет огромнейший потенциал. Никто меня в этом не переубедит. Вы можете конкурировать по всем направлениям, главное не сидеть сложа руки, быть по-хорошему агрессивными, применять самые современные подходы и бизнес-идеи. У вас есть ресурсы, материальная база, опытные кадры и, конечно, поддержка государства и президента была, есть и будет. Добросовестно трудитесь, давайте результат. Начните с малого, пусть будет рентабельность 3-5%. 10%, зацепитесь до зарплаты 800, потом 900 тысяч рублей. Но каждый год надо демонстрировать динамику, положительную динамику. Страна не стоит на месте, поэтому вам надо бежать опережающими темпами. И это невозможно без дисциплины и порядка. Разберитесь, все ли кадры на своих местах. Все ли одинаково понимают необходимость работать день и ночь, чтобы скорее наверстать упущенное и развиваться дальше. Потеряете свое вот это, пойдете батраками к этим сетям и этим жуликам, которые сегодня, которых мне опять же приходится на место ставить в Минске. Ну поэтому берегите то место, которое у вас есть. Это ваше место, где вы должны зарабатывать и содержать свои семьи. Общий контроль за работой потребки операцию по-прежнему остается за правительством, облсполкомами и Минским горисполкомом. В этой связке я вас не разделяю. По итогам 2021 года жду доклады в первом квартале 2022 о первых результатах проведенной работы. Ну а новому председателю управления хочу пожелать успешной, созидательной работы. Ну и традиционно, где там...